Творческий коллектив Восточно-Казахстанского областного драматического театра уже скоро представит любителям искусства новые спектакли. В рамках парада весенних премьер зрителям продемонстрируют 5 новых постановок. Мероприятие запланировано на март и апрель. Коллектив театра порадует своих зрителей знаменитой арабской сказкой для детей «Аладдин». Сказкой «Хлопковая девочка», которая будет посвящена празднику Наурыз. К 80-летию известного писателя, драматурга Оралхана Букея, будет поставлена лирическая драма «Кар-Кызы». А в начале марта состоится премьера современной сказки для взрослых Михаила Светошева «Человек из телевизора». Режиссером-постановщиком выступил Сергей Астраханцев. Сюжет просто «Простая семья», которая давно уже не может найти общего языка, что часто встречается в нашей жизни. И вдруг человек в телевизоре, который каждый день читает им новости, он вмешивается в жизнь этой семьи. Он заставляет их понять, что нужно ценить друг друга, нужно любить друг друга. Молодежный театр представит комедию французского драматурга Жан-Батиста Мольера «Лекарь по неволе». Премьера намечена на апрель. Пьеса написана в 1667 году, в 17 веке, автор ее Жан-Батист Мольер, французский драматург-писатель. Можно ее по-разному трактовать, но одно из наших трактовок – это то, что это социальное неравенство, в первую очередь, а во-вторых, это непрофессиональные люди работают не в своей сфере. Самые разные постановки объединяют то, что каждый зритель сможет найти в них что-то для себя. Непохожие истории найдут свой отклик у публики. А прямо сейчас артисты проводят часы в репетиционных залах, чтобы парад весенних премьер прошел успешно. Анна Котцерева, Асхат Ордыбаев, Алтай Акпарат.